тут не кормят. Есть? Спасите нас. Война войной, в общем-то, обед по расписанию. Даже в коронавирусе здесь кушается абсолютно по-другому. В общем-то, это особый вкус. Для того, чтобы это понять, нужно приехать сюда, в общем-то, и попробовать. Так что, ребята, ждем вас здесь. Так вы наш войной обед по расписанию? Морально сломать нас, у них не получится. Если не мне, то никому не достанется, типа такого. Они именно просто больше нанести народу ущерб. Жалко этих людей, которые живут здесь. Они страдают. А за что они страдают? За эту Украину, которая их бомбит. Они ко мне пришли, а не я тут. Я нахожусь сейчас в своем городе, я сам из Донецка. Я родился здесь. Я не позволю просто, чтобы эти фразы здесь ходили, воровали, пальцами крутили. Этого не будет. Это 100% я даю. Я буду садиться. Шрен бомбили. Стояли, пиво пили около магазина. 10 человек. Молодежь. Они целенаправленно, их кто-то скорректировал. Упала туда мимо мина и всех убила. 10 человек, молодежь. То есть корректировал? Да, именно корректировал по магазину. В осколках и, соответственно, жертвы. Вот так вот. А там не было наших вообще. ДНРовцев там не было. ДНРовцы намного дальше на ситрозаводе стоят, базируются. Ты после этого пошел в ополчение? Или... Нет, я пошел давно. Я уже 4-й месяц воюю. Да, мы вместе начинали. Да. Вместе. А это было уже, когда я уезжал из дома, там все было целое, нетронутое. Сейчас развалины, дома сгоревшие. Крыши. Мать залепила клеенкой. Горит, баха, горит, этот горит, таблетка. Верного аппетита тебе. Спасибо, сам не подавай. Дай мне. Кто вот это, вот эти деньги, за которые все тут и происходит? С ним нужно делать вот так вот. Да, я самый большой купил. Тогда укропы, которые там сейчас остались. Напротив сидят. Напротив сидят. Собрали свои лахи, манатки. И свалили отсюда. Все, быка и оружие лучше оставьте, если вы пойдете пешим ходом. Я не боюсь смерти. А кто боится здесь, братик? Вот, с нами Бог. А с ними кто? Здесь я... собрались, не вояки. Здесь нету, у меня в подразделении практически нету военных. Здесь, пацаны, ты кем будешь? Шахтером. Шахтером. Я установщик и менеджер. Но я пришел сюда оставить свою землю. И ни один отсюда не выйдет. Никто не сдаст из нас свои позиции. Запомните мое лицо, мудаки. Если увидите, стреляйте сразу. Лаха нет, конечно. Лаха под укропами. И мы ее будем освобождать скоро. Так что укропчики, хавайтесь, блядь. Да, не верьте всем там перемириям. Никакого перемирия нет и быть не может. Не было никакого. Это как получается? То есть перемирие, я здесь остался и домой я попасть не смогу? Да нет, бля, так не пойдет. Перемирие, бля. Перемирие будет только когда в Киеве окажемся, тогда будет перемирие. Вот у нас легендарный пять, боец. Дай интервью. Какой? Участвовал давай. При всех Будь штурмах мужиком. Аэропорта. Да. О, кстати, по интервью попадал под пошел. Гранаты, под ВОКи. Вышел целый невредимый. Да ладно, целый. Вот это наш спецназ. Шрам, ну то было давно. Вот, смотри на лицо, шрамы. От осколков. А, лицо, да. Это где тебя? А где тебя ранило? Это мы на Мариновку наступали. 16 июля. Получил ранение тогда. Осколочным боем в руку. Ну ничего, подлечился. И опять в бой. Давно воюешь? С 23 мая. За Славянска. Там откуда? Донецк. Донецка. Обыкновенный шахтер. До войны военному искусству не обучался. Все тут научился. А в армии служил или нет? Нет. Ты сам именно пришел по-своему? Да. Добровольно.
Никто меня не, да, не гнал сюда. Когда сюда пришел, мне снили, что здесь не детский сад. То есть был выбор уйти. Никто нас насильно сюда не забирал. Ты наемник или по доброй воле? По доброй воле. Все сюда шли. По доброй воле под там. Все вот так. Какой же, я не обращаю внимания. Рыжик, малышка, я тебя очень сильно люблю. Очень-очень люблю. И скучаю по тебе. Я тебя мудаков уничтожу здесь. И приеду к тебе. Я тебя очень сильно люблю. Вам привет. Жив-здоров, цел, орел. Воюем потихонечку. Все хорошо, все будет хорошо. Вернусь целым. Хорошо. Сейчас, сейчас, заново. Мама, все будет хорошо, все будет классно. Победа за нами. Там, где мы, там победа. Веселое настроение, хорошее. Мы побеждаем. Все, всем своим знакомым, всем привет.